Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В одном из недавних эфиров всплыла неприятная правда о переписке Вовы Гаути с девушкой из-за периметра. Он поспешил удалить эту переписку. Это не помешало Кате Гужвинской устроить ему разбор полетов. После чего он оттаскал как следует девушку за волосы, затем хотел ее саму бросить в бассейн. После чего вся ее одежда и личные вещи оказались в бассейне. Едва не угодила в воду и сама Катя. Лишь чудом удалось участникам усмирить Гаути и убедить его отпустить девушку. Лера Фрост интригует, что ей кто-то понравился из парней на поляне. Она спрашивает своих подписчиков, какие ваши предположения, кому я передаю воздушные поцелуи на поляну. Подписчики предполагают, что она флиртует с Никитой Кузнецовым. Редакция журнала «Дом-2» провела голосование. Они вспомнили всех мам, которые отважились прийти на реалити-шоу, и спросили зрителей, кто ваша любимая мама-героиня. Большинство голосов набрала Ирина Александровна Агибалова. Но многие отметили, что список неполный, в нем не хватает Татьяны Владимировны Африкантовой, мамы Жени Руднева и Светланы Михайловны Устиненко. Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова были в ресторане. «Счастье – это когда тебе ничего не нужно в данный момент, кроме того, что уже есть», – написал Барзиков. А Ваня Барзиков сменил образ, он подстригся на лысо. София Вермут в видеотрансляции рассказала о своих отношениях с Ваней Зарей. Она не думает, что он использует девушку в интимном плане, потому что инициатором столь близких отношений была она сама. И волшебство с Иваном девушку полностью удовлетворяет. На поляне в дружной компании отметили день рождения Таты Абрамсон. Валера Блюменкранц подарил ей 101 розу. Майя Донцова в видеотрансляции рассказала о своих отношениях с Захаром Соленко и с Ильей Грином. К Захару ее тянет, между ними летают искры, и весь коллектив это видит. В отношениях же с Ильей нет огня, и девушка сказала, что она с ним расстается. Ну а Захар обсуждает с парнями настройки, что снова сходиться с Майей нет смысла, потому что она может поступить с ним как с Ильей. Ну и вообще она склонна к предательству, не захотела его ждать из армии и сразу нашла другого. А Майя надеялась, что расставание с Ильей Захар расценит совсем по-другому. Теперь у Майи нет ни одного жениха. Бывшая участница Дома-2 Виктория Берникова опубликовала фотографии с сыном. В отличие от других героев телепроекта, она не прячет лицо ребенка. Костя Иванов рассказал недавно, что свадьбу с Сашей Гозиас они отложили по причине того, что он скоро открывает свое кафе, и все средства он вложил в это дело. «Не стою на месте, желание развиваться присутствует всегда. Я был охранником, торговым представителем, помощником депутата, водителем, ремонтировал обувь. Теперь вот я ресторатор. Остались детали и скоро открытие моего кафе». Марина Мексика увеличила грудь на 2 размера. Останавливаться на этом она не собирается. «Я бы удалила себе пару ребер, чтобы была осиная талия», – мечтает Мексика. «Но с этим я повременю, тут надо быть до конца уверенной и знать все тонкости». Мексика говорит, что у нее есть молодой человек в США, и она в ближайшем времени планирует полететь к нему в Лос-Анджелес. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.